Привет, мои друзья! Поняв, что приветы для большинства из вас значат очень много, я решил почаще передавать привет моим активным подписчикам. Представляю, как это приятно – получить привет от самого хоррор-мейкера. Ну, а вы, в свою очередь, не забывайте подписываться на мой прекрасный канал, на котором вы узнаете кучу интересного. Уверен, не пожалеете. А в этом ролике я раскрою вам тайну одного из SCP-объектов, а именно SCP-3166 Garfield. В некоторых роликах говорят, что SCP-3166 Garfield похож на человека. Что за ерунда такая? Ничего, кроме смеха, у меня такое утверждение вызвать не может. Эти авторы просто повторяют друг за другом то, что когда-то высказал кто-то один. При этом на фотографиях, которые они используют для лепки, совершенно четко и ясно видно, что это никакой не человек, а самый, что ни на есть, кот. Ну гляньте сами на эти фото. Разве SCP-3166 похож на человека? Вам это существо напоминает человека? Вот то-то и оно, что совсем не похоже. Зачем же говорить такую ерунду? А что на самом деле? А на самом деле вот что. Мисти сейчас находится где-то в Европе. Она не сообщила мне точно свое местоположение, но каким-то образом переслала мне фотографии, которые ей прислал Джим. Мисти сообщила, что Джим совсем близко подобрался к разгадке местоположения одного из филиалов фонда SCP. Как он утверждает, это не просто один из филиалов, а скорее всего, так сказать, центральная база фонда. И находится эта база в какой-то особенной запретной зоне. Я надеюсь, что Джим таки докопается до истины, что ему удастся проникнуть на территорию этой запретной базы и разведать много тайн о фонде. Да, так вот, о фотографиях, которые Джим передал Мисти для того, чтобы она прислала их мне. На этих фото мы видим какого-то странного рыжего кота, живущего в окрестностях базы. Причем, насколько я понял, этот кот не просто там живет, а выполняет охранные функции. И если непрошенный гость появляется на запретной территории, кот немедленно трансформируется в жуткое чудовище. И у гостя тут же пропадает малейшее желание проникать на территорию. Хорошо, если этому незваному гостю вообще удастся выбраться оттуда живым. В общем, страсти-мордасти. Не хотел бы я повстречать такого монстра. Я полагаю, что Джиму каким-то образом все же удалось улизнуть, несмотря на то, что он сфотографировал Гарфилда не только в его простом кошачьем виде, но и после трансформации того в образ чудовища. Ну, Джим, он такой, найдет выход из переделок.
и готов. Как он вам? Бррррр. Не дай бог повстречать такого на своем пути. Мне вот интересно, кем он был в прежней жизни? Что у него за карма была такая, что сейчас у него такое тело-оболочка? И что у него за душа? Как вы думаете? Будут мысли, пишите в комментариях. И, конечно, не забывайте подписываться. Потому что если вы подпишетесь на мой чудо-канал, то, во-первых, получите массу удовольствия. Во-вторых, будете учиться лепить вместе со мной. И, в-третьих, поможете мне развивать канал. До встречи, друзья! С вами был ваш Хоррор-мейкер. Ой, ну что же такое? Снова забыл о приветах. И сегодня мой хоррор-мейкеровский привет получает Персик Мерси, Петр Васильев, Печалька Печальная, Сайрон Хэт Лепка Про 1, Юлия Карнасюк, Бейзик ТВ, Карма, Лорд, Найджели Мэйджик, Зуиги,